криптовалюты на государственном уровне. Страны Западной Африки, Бенин и Того собираются запустить национальные криптовалюты, контролируемые центральными банками. Джордж Сагала, президент eCurrency, отметил в интервью coinidle.com. eCurrency позволяет центральным банкам выпускать государственную цифровую валюту. Таким образом, каждый человек может быть участником eCurrency. Эта криптовалюта будет работать в качестве национальной валюты и регулироваться центральным банком страны.